Здравствуйте, мои дорогие друзья. Вот сегодня праздник, вербное воскресенье, день, когда Христос вошел в Иерусалим, и люди приняли Его, приняли с Его любовью, те вот первосвященники испугались на самом деле тех чудес, которые Бог-Творец сотворил через Христа, и воскрешение Лазаря. И, дорогие мои, о чем я? Вот сейчас, да, наше время, приняли бы сейчас мы, вот, если бы Христос пришел вот в этот мир. Многие держат пост, да, вот как бы физически, может быть, и мыслями своими, но что в сердце, что в нашем сердце, дорогие мои, что в наших мыслях, желаем ли мы кому-то зла, так вот, считая кого-то недостойными счастья, жизни, да, считаем, что мы сами-то достойны, мы такие праведники, а те нет, те недостойны. То есть желаем кому-то вот именно таких несчастий. И на самом деле, дорогие, очень много сейчас вот в нашем мире таких вот катаклизмов, таких конфликтов военных. Чего они? Кто вообще, то есть, за этим стоит? Кто хочет людских страданий? Вот такой вот вопрос. И вот для каждого из вас вот такой вопрос. А вы в своем сердце приняли бы сейчас Христа, если бы Он пришел? Задайте себе и постарайтесь ответить вот именно только честно. Здравия вам, с праздником вас, счастья, мира, любви, благополучия.